Внимание! На дорогах дикие звери. В последние месяцы участились случаи выхода животных на проезжую часть автомобильных дорог. Как правило, столкновение происходит в темное время суток. При высокой скорости водители не успевают увидеть препятствия и предпринять меры по предотвращению столкновения. Наибольшую опасность для автолюбителей в нашем регионе представляют лоси. По статистике, 8 из 10 столкновений заканчиваются смертью водителей и пассажира на переднем сидении. Только в сентябре на дорогах региона произошло 2 подобных происшествия со смертельным исходом. Оба на трассе Иваново-Родники. Еще в 2 случаях водители не пострадали. Департамент дорожного хозяйства региона призывает водителей быть бдительными при проезде дорожного массива, особенно в темное время суток. Важно обращать внимание на знаки дорожного движения, размещенные на загородных трассах. В случае, если будут обнаружены выходы животных на проезжую часть, убедительная просьба обращаться в департамент по телефону 56-17-08, для того, чтобы были установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.